Всем привет! С вами Некромас, и сегодня мы начнем прохождение игры StarCraft. Это такая очень своеобразная игра. Вот. Она по мотивам сталкера. Но она, как говорил, очень такая своеобразная. Так, ну мы создали своего чарактера. Мысли. No created. Roger. Roger. О. Are you alive? That's great. Ой, блин. Надо поменять. Я забыл. End up. Press Z. Где ты? Сейчас погодите. А где мои руки? Что мне с руками сделали? Так, погодите. Так, это включаем. Безлимитный? Или тут нет безлимитного? Давай, 300. Так, извините, ребята, сейчас. Я хотел поменять просто это. Его. Графика. Apply changes. Ладно, графика. Гайк. Почему максимум? Какие 4К? Ты что, с ума сошел? 4К. Ни хрена себе. Apply. Так. Sound game. Язык есть где поменять? Алло. Так. Invert. Streamer mode включим. А где язык поменять, слушать? Я может... А, во, нашел. Enchanted. Так. Так, ладно, это пока ничего трогать не будем. Извиняюсь, все, погнали. Мне главное было язык поменять. Так. Блин, что у меня с руками сделали? Вы что? Боже. Вот в чем проявляется странность этой игры. А. Вот в этом, в этой такой графике. То есть тут то ли Лего, то ли что-то такое, короче. Что-то в этом роде. Ну, побежали куда-то. Погодите, я назад прибежал, что ли? Что-то я не понял. Заблудился. Что-то с руками, пацан. Так. Мы чё, в этой, блин? Чернобыльский атомный электростанции, что ли? Почему он на английском разговаривает? А, да, я ранен. Нажмите C, чтобы использовать аптечку. Ну, тут я как понимаю, у нас это... О, щит, я упал. У нас это, у нас обучалка, типа. Насколько я понимаю. А чё у него сердце стучит? Смотрите. Лампа нет. Чё тут творится, блин? Чем навестись? У меня оружие есть? Кого? Я не понял. Как навестись? Что это за снайперка такая? Что я не понял. Типа снайперка, но не снайперка. Что за бред? Эй, алло. У меня половина кнопок не работает. Ай, вот как.
Почему я не могу стрелять? Ничего, патронов нет, нет. Ну офигеть. Я не врубился тогда. У меня два патрона всего. Как перезаряжаться? Ай, блин. Это из-за этого вот. Понимаете? Я уже тут всю половину сделал, а они мне объясняют. Прикольно, прикольно. Чего? Где мне его искать, это ваше оружие? Тут я ничего не вижу. Ага, понял. Так. Взять что? X. Нажмите E, чтобы открыть. И чё? А, умненько. Ну и что дальше? Ты опять хочешь? Ой, это тоже надо? Боже. Что еще? Кнопка лифта. Я поехали. Ну дайте мои руки. Ну вот, короче, мы выглядим как-то так. Тут, там, короче, какой-то типа прилетел этот. Как его, блин? Блин, тюрьма какая-то. Прилетел вертолет, типа нас заберет. У нас какой-то артефакт есть с вами. Короче. Это мне подсказывает, что я на этом вертолете не улечу. Мне так кажется. Не знаю почему. Выход. И как мне выйти? Нажмите AZ, чтобы лечь. И поползли. Поползли. Не, грибочки классные. Мне нравится. Так. Так. Как тут? Опять же? Поняли. А сейчас как? Говорит о бывших трупы, что ничего не бывших. А это у этого классную автоматику. Сейчас посмотрим. Ну конечно, у меня все это, наверное, доберут. Не может быть, что так. Вы... Погодите, я хочу поменять оружие. Я вот это хочу. Как там? Shift. Или на этот поменять? Что? Ну вот, короче, у нас вот такая вот. Такое вот. Quick. The mission is starting soon.
типа, но это у нас как бы это. Ну, вселенной этого, как его, сталкера. Вот, ну такая своеобразная. Такое своеобразное оформление. Веселое, прикольное, но все-таки это как бы что-то похоже на сталкер, да? Вот, попробуем, поиграем. Игра, по-моему, я не помню. По-моему, она сейчас бесплатная в Стиме. Если я правильно помню. И это мультиплеер, кстати. Хотел сказать. То есть мы тут, тут меня могут отстрелить, ограбить. Я все равно заберу. Может, мне за это что-то там все равно больше дадут. Так, да на. Туда. Вот что. Уля. Секрета все. Нет, не открывается. А я-то думал. Так, погодите, я не хочу туда, я хочу тут полазить. Мне тут интересно. А, и мы сюда не можем залезть, да? Там же звуки, блин. Ясно, понял, погнали дальше. Чего? Там же звуки. Так. Мы потеряли одного из наших братьев. Не работает. Все страшно. Трещуется. Открывается, что происходит. Вау. И говорит, где ты? Карагандея. Короче, тут ничего взять нельзя, видите. Тут броня какая-то крутая, все. Так. Слышь ты, сейчас пушам получишь. Корога. Мы лишь подчиняемся, мы рабы. И... Там чек. Артефакт, что ли? Пушит. Как мне птички использовать? А, на пятерку. Красный автомат какой. Чу красный. Что происходит, алло. Все, давайте. Я, по-моему, не дойду. Это мне так кажется. Уу. Не, это не хочу. Это хочу. Или это хочу. Сам не знаю, что хочу. Давайте этот возьмем. А у нас типа перевес. Ты чё шутишь? 16 килограмм, у тебя перегруз? Что за бред? Не, ну это пипец какой-то. Умри. Спасибо.
Это бред, реально бред. Или это 16 килограмм перегруз? Вау, крутая пушка. Понравилось. Помечаются интересные места или проходы? Ну, я понял. Ну и... Понял. Понял, не дуляк. Вот, значит, как и говорил, понимаете, мы такие вот квадратненькие по Лего. Прикольные такие мы чувачки с вами. Двадцать только в магазин лазит, да? 9 на 39. Ну вот, такая вот у нас штука. Может попробовать потом в 4К поиграть? Так. Эй, вставай. Понял. Алло. Чё ты не встаешь? Слышь ты. Песня какой. Чего? И как мне назад? Погодите, я-то убью же. Что тут делать-то? Ушит. А, не точно сюда? Так. И. Ни хрена себе тут у вас это. А, и вот и крыша. Кажется. Там вертолет стоит. Мы приехали. Бежать. Не могу бежать. Не бежутся. Посмотрим, может, мне что дадут. Пусть ждут. Ехать. Если нужен, подождут. Ничего не случится. Да, вот что-то тут костюмчики. Давайте еще какую пушку. Посмотрим, да? Это смотрели, это смотрели. Давай. Ой. Давайте эту попробуем. Вектор. Ух ты. Ни хрена себе. Вот это тоже крутая. А у вас ничего, что тут аппаратура стоит на крыше, на дворе? Вышли. Ой. Что-то все повисло. Пипец. Короче, нас убили. А, ну мы не совсем померли. Обыкрали нас, видели. Там этот синий, короче, этот. Ну, сейчас все узнаете. Сталкрафт! Игра называется так, да? Все больше людей безвозвратно уходят до ночи. Помолчу, слушайте сами. Мой пациент со смертельным диагнозом был вылечен при помощи так называемого артефакта. Раньше на Земле существовало множество белых пятен, и человечество всегда тяготело к их исследованию.
время шло, постепенно все белые пятна были изучены. Казалось, что на планете не осталось земель, неизведанных человеком. Но вместо белых пятен появилось одно черное пятно. Таинственное, дикое, не поддающееся объяснению ученых — зона. Изначально зоной называли периметр, радиус которого составлял 30 километров вокруг Чернобыльской АЭС. Именно эту территорию задел так называемый «первый выброс» — огромный всплеск неизвестной энергии, который изменил саму реальность. Первыми людьми, ступившими на земли зоны, стали отнюдь не ученые или военные. Первыми были обычные бродяги, искатели приключений. Они с уважением относились к зоне, не используя в ней оружие и аккуратно исследуя каждый ее закуток. Когда первопроходцы вернулись, они принесли с собой первые артефакты. Это аномальные образования со сверхъестественными свойствами. При помощи артефактов можно было лечить любые болезни, создавать мощнейшие источники энергии и нарушать физические законы. После этого интерес к зоне невероятно возрос. В нее хлынули люди всех сортов и моральных качеств. Одни именовали себя сталкерами и пытались жить по заветам первопроходцев. Другие назвались бандитами и восприняли зону как место вседозволенности. За артефакты разгорелась настоящая война. Это стало причиной того, что зона изменилась навсегда. Именно тогда там появились аномалии и мутанты. И именно тогда зона начала давать людям отпор. Со временем мутанты и аномалии становились опаснее. Свойства артефактов начали слабеть, конкуренции стало больше, и поток людей, пытающихся прорваться сквозь охранные периметры в зону, ослаб. Однако совсем недавно случайным людям, не имеющим отношения к зоне, начал сниться один сон. Во сне менялись некоторые обстоятельства, но неизменным оставался большой яркий голубой шар, который видел каждый из них. После этого сна все люди, которым он снился, устремились в зону. Это явление получило название «Зов», а всех, кто следует этому зову, прозвали «Блаженными». Я один из них. Вот, ну сейчас надо выбрать нам эту, как бы, самую фракцию. Ну, естественно, я за сталкеров буду играть, точно не за бандитов. Сами понимаете, короче. Я только за них, за сталкеров. Все, поехали. Точно сталкеров, вступить. О, проснулись, улыбнулись. Ну что, очнулся? Чего глазами хлопаешь? Помнишь что-нибудь? Или ты у меня сейчас спросишь, который на дворе год? Ну еще бы. Ваша лодочка угодила в какую-то подводную аномалию. Мы тебя еле живым вытащили. Местный доктор тебя откачал, но у него, кажись, других дел полно. Попросил за тобой приглядеть. Как страшно. И вот ты наконец очнулся, русалочка. Здравствуйте. Принял, блин. Сам-то на кого похож? На болотах мы. Это юг зоны. Тут у нас база сталкерская. Считай это место чем-то вроде контрольно-пропускного пункта на входе в настоящую зону. Понял. Сны, говоришь? Что у тебя там за сны? Ясно. Ты у нас блаженный. Вот так вот. Не мне, дружище, тебе все это объяснять. Тебе шаман нужен. Он местное светило. Лучше всех понимает, что не так с блаженными. Да-да, ты у нас не один такой.
все больше людей приходят с одинаковыми историями. Сны, голоса, галлюцинации. Пытаемся разобраться. Не так быстро, дружище. Тебя местные выходили, но сам понимаешь, тут у нас не благотворительность. Ну, тем более, шаман ведет дела только с теми, кто хоть как-то отличился. Показал себя полезным для общества. Да нет, я-то тут, считай, просто мимо проходил. Ну тебе да, я тоже. Главному по базе заскочить. К атаману. Да и вообще, осмотрись по сторонам. Тут, конечно, не пятизвездочный курорт, но все для жизни есть. Механик, бар, магазин. Ну, короче, разберешься. Хорошо, вот погляди. Первая штука, которую тебе надо уяснить, без ПДА человек в зоне как без рук. Хоть ты сталкер, хоть бандит, неважно. Там куча всякой полезной информации. Карта, список твоих задач, твоих товарищей. Словом, советую не лениться и внимательно все посмотреть. Ладно, понял. Думаю, ты подустал от постельного режима и хочешь немного развеяться? Я тут прослышал, что кто-то из новичков заныкал в старой землянке возле базы какой-то хабар. Очень сомнительное место для тайника. Может, тебе стоит его проверить? Правда, неподалеку от входа в эту землянку ты наверняка наткнешься на аномалии. Но какая же зона, да без аномалий, а? Придется научиться их обходить. Отправляйся туда, я перекину координаты на твой ПДА. Как приблизишься к месту, выйду с тобой на связь и расскажу, как обойти эти аномалии. И еще кое-что. Ты лучше направо-налево не говори, что ты блаженный. Народ бывает всякий. Говорят, тут у нас уже люди лихие есть, которые блаженных за угрозу держат. Если они о тебе прознают, лишние проблемы на голову упадут. А тебе ж этого не надо, верно? Понял. Ой, я не сказал, что ли? Липа, зови меня Липа, дружище. И если что, обращайся. Кстати, перед походом в землянку не забудь заглянуть в свой ПДА. Я повесил на тебя задачку. Так, у нас есть пистолетик. Что там на столе валяется, слушай. Ай, это так. Ладно, Липа, как чудо выйти. Так, ребятки, сейчас мы попробуем одну штуку сделать. Оу, блин. Смотрите, какой телевизор. Погоди со своим ПДА, сейчас погоди. Сейчас, минутку, ребятки, я кое-что сделаю. Так. Мне кое-что надо сделать, попробовать. Так. И, блин, что я делал? Ты ж чёрт. Чёрт! Сейчас, погодите, найду. Где оно? Вот, ребята, этот код будет, короче, в этом. Будет в описании. Либо в комментарии. Я не знаю, будет он действовать, не будет это другого ютубера. У меня как бы, у меня самого, так, погодите, пригласить. Тут же дачи, бум-бум, а где тут это все? Это должно быть вести магазин. Зивкас, магазин. Набор дня, пятисезонный проспект, премиум, пополнить счет, специальное предложение, другое, тут, сейчас погодите, запчасти, здесь, где-то можно ввести этот, а, во. Видите, активировать промокод. Сейчас попробуем. Я надеюсь, что я сюда ввел. Веду. Вот. Вот такой код. Я еще его, ну, посмотрим сначала. Введенный код не найден. Ну, правильно. Значит. А, может, сюда надо? Короче, не работает. Ну, понял. Ответственный бонус можно активировать только один раз.
Ну, не знаю, в общем. Мне показывали, как бы. Ну, видимо, он не работает. Ладно, что поделаешь. Наверное, я что-то не так делаю, либо я что-то не понял. Почему он не найден? Сейчас, погодите минутку. Может, сюда надо? Сейчас, погодите. Телефон фри, ба-ба-ба. Ну хорошо, так это я играю. Непонятно, короче, не работает у меня этот код. Почему не работает, не знаю. Терпите, хорошо? Сейчас, минутку, ребятки, извините меня. По-другому не получается. Короче, ничего я не понял, но что поделаешь, походу у меня это работать не будет. И почему тогда у меня нет так? Приветственного бонуса. Активировать приветственный бонус. Чич. Два. Control. Ай, блин, ну короче, какая-то редко. Тут то же самое. Ясно, короче. Обманули. Не работает этот код, в общем. Так что не будет его. Я не знаю, почему не работает. Ладно, немножко потратили времени. Зря. Так, погодите, тут что? А жаль, а жаль. А говорили всем приветственный, там бонус дают, а почему мне не дают? А, слушайте, может, знаете чего? Может, сейчас еще. Может, из-за этого вот. Задачи. Может, из-за этого? Давайте еще раз. Где тут? Стример. Ну, понятно, короче. Что-то не это. В
Мне не дали. Ну и обойдемся. Так, пошли смотреть дальше. Ну, у нас ничего, как видите, нету. Тут у нас этот, короче. Выход. Не хочу я пока на выход. Короче, у нас тут есть этот... Вон тут наш шеф, типа, да? Наверху. Вроде бы. Да, вот он. Так, а как мне с ним поговорить? А, понял. Что он со мной не говорит? Не говорит и не надо, пошли отсюда. Пошли в эту землянку. Грустно, конечно. Код не работает. И зачем тогда? Это, ну ладно, побежали. Короче, видите, желтым помечено, куда мне идти. Пошли посмотрим, что там у них. Вот такой Майнкрафт, Лего, какой-то сталкер, короче. Бежим по дорожке. Пока что я не вижу никаких аномалий. Вот сейчас вижу уже. Похоже, ты наткнулся на гравитационные аномалии. Они одни из самых опасных, так как хрен ты их заметишь. Если чуешь, что впереди есть аномалия, доставай болты и кидай перед собой. И ну. Ящик. Взять что? Пульки какие-то. Погодите, это что, все? Оля. Там электрические аномалии. Можно грибочки собрать. Так, 5. Чё не кидаешь? Чего? Не понял, я ж прошел. Что за бред, блин? Бля, мой бред. Честно, бред, да? Скажите, что нет. Я прошел же через эту аномалию, чего меня убило? Что за... Короче. В общем, я потом еще посмотрю. Возможно, я что-то не так сделал. Там, наверное, каждый свой получает этот код. Я так думаю. А тут что, каждый раз? О, тут еще что-то есть. А. Что-то я не совсем понял. Как меня там убило, блин. Это странно. 5. Ну. Да блин. Что за бред? Короче, ни хрена не понял. Он же взорвался. Это фигня. Ну, начинается, короче. Бредятина. Что за бред? Почему я пройти не могу? Можете объяснить? Ну, бредово сделано, ей-богу. Ты ж убрал это, блин.
Ну, аномалию. Она сразу опять появляется? Как это понять, блин? Это же бред полный. С аномалиями тут лучше не шутить, да, типа? Пусто. Тут уже пусто. Тоже пусто. Или мне прыгнуть? Ну так а шо это, да, шо я прыгну, допустим? Это ж ничего не поменяет, да? В общем, я ни хрена не понял. О, пошел. О, шкаф. Чё тут везде пусто? Можно узнать? Убежище написано. Чё там было? Идите минуту. А, понятно, тут везде пусто, короче, ничего нет. А это, блин, такой ящик и пустой. Нечестно. А там вон что-то валяется. Ну, лучше пожрать есть. Что это такое? Это тоже пусто. Понял. Вот то, что нам надо. Блин, и рюкзак. Кольцо какое-то получили. Осторожно, начался выброс. Во время выброса нужно находиться в убежище, иначе верная смерть. Ё-папай. Выходи из землянки, пережди немного. Ну это понятно. Выброс закончился. После выброса в зоне всегда появляются новые артефакты. Осмотрись-ка по сторонам. Авось тебе фартануло. Да блин, что за бред? Как тут взять что-нибудь? Это, конечно, хорошо. Там у меня нет ничего, наверное. Я должен тебе рассказать, как тут все устроено. Давай ко мне. Да, бай. Он не пропал, не падает у нас это. Где ты есть? В общем, не знаю. Это немножко как-то тупо сделано, как по мне. Вы ж извините, но умирать. Только ты что-то сделал, и сразу это, блин, аномалия убивает. Ну, бред какой. Так, водка. Водка, это водка. Ну-ка, похвастайся на... Вовсе нет. На каждой крупной безопасной базе есть план, по которому ты сможешь сориентироваться. На нем отмечено местоположение всех важных личностей. Ученый, механик, торговцы. И еще кое-что. В зоне молва о твоих делах разносится быстро. Если будешь помогать местным, твоя репутация среди них стремительно вырастет. Это имеет последствия. Торговцы дают скидки, скупщики охотнее скупают твой хлам, а глава базы может предоставить тебе личное хранилище. Понятно. Опытные исследователи зоны всегда следят за своей репутацией. Ты тоже можешь узнать, что думают о тебе местные. Ночь, понятно. Да уж, пока что для местных ты все еще не знакомец. Но ничего, свое имя ты еще заработаешь. А теперь попробуй найти ученого и показать ему свой артефакт. Это ты что ли, Шарашкин? Следовать. И чё?
Мы исследовали уже? Или как? А, его. Ты уже опознал артефакт? Не думаю, что ты умудрился откопать что-то ценное. Так что советую заскочить к скупщику и продать его. Это ты скупщик, да? Оп. Ладно. А, это снабженец. В смысле, блин? Это не по... А, это не тот, который нам нужен. Нам другой нужен. Нам нужен он там где-то. Вот. Этот. Тот и кочка. Давай. На, бери. Продать. О, нормально, 1500. Теперь, когда ты выручил первые деньги, заскочи к местному торговцу оружием. Кстати, он мой должник. Скажи, что ты от меня, и получишь подгон. Он тут типа, да. Че, охренели, блин, дайте поговорить. И как мне тут это? Пипец, короче. Вечь. Объявление для сталкерской братвы. Завтра на болотах. Ну, блин, что за придурки, ну? Я извиняюсь, конечно. Ну, короче, я не могу попасть. Ничего не могу сделать. Победитель получит ящик непросроченной тушенки. Спасибо. Печка. Вот печка нам, наверное, нужен, да? Упал как-то. Стволы у деревьев. Тебе стоит залететь к механику. Сразу приобретешь какие-нибудь обвесы к своему стволу. Я знаю, какую мечту ты хранишь, что твою душу тревожит. А, тут можно типа пить. Погоди. Короче, опять все залезли. В общем. Ну, блин, это не дело, короче. Куда мне зайти там? Механику. Вообще-то хотел бы снайперку приобрести, но сами видите, что происходит. Минь. Привет, привет. Так, модификация. Ай, погодите. А куда-то я залез, погодите. Уйди, блин. Чё сейчас делать? Установить? Понял я, короче. Он типа целый, да? Установить недоступных... А, его отремонтировать. Извините, не видел. Так, понятно. Нам вот что дали. Войти в инвентарь, нажмите правую кнопку мыши. Кат. Если ты уже закончил с торговцем пушками и механиком, возвращайся ко мне. На всякий. Ну, смотрю, ты тут уже почти освоился. Поздравляю. Считай, что... Расскажу еще кое-что важное. Если тебе понадобится какой-нибудь особый шмот,
ты можешь обратиться к аукционисту. На болотах ты его не найдешь, нужно топать на обочину. На аукционе ты сможешь сам выставить на продажу что-то, что тебе не нужно. Или приобретешь ценности других сталкеров. Только учти, что БУ на аукционе не любят. Кстати, если очень хочется, можешь оформить спецзаказ на товар из внешнего мира. Деньги, типа. Но и платить за него придется валютой с большой земли. Но это не обязательно. Все, что ты можешь оформить через внешний магазин, всегда можно достать и у местных торгашей. В общем-то, такая закинул штука. Тебе особый подгон на твой персональный склад. Советую прямо сейчас проверить его. Глянь прямо сейчас. Оно лишним не... Так, короче. Ой, я все забыл. Ну, где мой персональный склад? Теперь твое обучение подошло к концу. Удачи в зоне, гранаты. Дружище. Сумка с индивидуальной... Ну, пока я не думаю. Мне надо. То это бинт. Под бинты можете пригодятся. Так. Патроны только 9 миллиметров. Ну, давай возьмем пару пачек. Блин, патроны 4,5 килограмма весят уже. А это что? Пипец, короче. Ладно, это ставим. Что? Один возьмем этот. Это там на 5 раз. Так, у нас тут темнота. Такой вот у нас автоматик. Увеличенным атаманом нам надо. И, наверное, на этом мы и закончим сегодня. Да-да. Тут у них бар какой-то. Я точно туда пошел. Где этот ваш атаман? Не, куда-то я туда завалился. Как мне к нему попасть? Здесь. Аукционист где-то здесь должен быть тоже. Я потом покажу. Так-так, ты верно наш утопец, которого мы еле откачали? Да, я атаман, слежу тут за порядком, да за молокососами вроде тебя. У нас тут в последнее время все больше новых... Уже к шаману спешишь? Я против вас ничего не имею, но советую тебе держать ухо востро. Кого попало, шаман не принимает. Ну, короче, нам надо набить. У нас тут хватает. Тебе бы сначала себя зарекомендовать. И где авторитет? Тогда встреча с шаманом проблем не... Есть у меня для тебя одно личное поручение. Безотлагательной важности, так сказать. Мой старый друг Калган не так давно вернулся с севера зоны. Ну ладно, положим, он был нелюдим и от водки отказался. Но вдобавок, он еще и вечно что-то бубнил себе под нос. Прошлой ночью, Арту... Я тебе на карте отметил. Все, пошли делать. Короче, типа дружбана этого. Романа надо спасти. Может спасти, может не спасти, я не знаю. Так, погодите, аукцион, аукцион. Здесь не то, а где-то тут должен быть аукцион этот, черт. Так, ты что? Кремень. Ты не то. Ты кто?
А это ученик его. Короче, еще нашли задание. Сейчас на свою голову тут огребем. Ой. Тут что-то тюрьма у них, что ли? Генератор для зарядки. А что там заряжать? Так, погодите. Ну ладно, пошли. Походу меня скоро опять убьют. Красные это типа, я понимаю, эти. Так, смотрим по карте, куда идти. Нам опять сюда, что ли? Куда вот? А, я не через ту сторону вышел. Опять куда-то там возле этой. Короче, землянки. Да? Погнали. У нас, конечно, оружие такое себе. Блин, кто-то морёт. Или нет звуки. Я куда сейчас иду? Калганы искать. Так, ну да, это опять эта землянка, что ли? Видите? Или нет? Или... А не, это рядом вот сюда, блин. Так. Не знаю, почему-то мне кажется, что мне сейчас будет плохо. Так. Не знаю, почему я его застрелил, но... Короче, открыть. Смотри, тело. И... А с этого можно что-нибудь? Тоже ничего. Короче, этот с ума сошел, его убил. Поняли? Этого вот друга. Блин. Ну он же говорил, что он чохнет. Я и это. Ну, получилось, как получилось. Надеюсь, у меня сейчас не пристрелят самого. Тут сразу же накидали, тут мне всего. Я насчет приветственного этого бонуса вообще ни хрена не понял. Он не всем положит, что ли? Как понять? Либо надо там что-то где-то. Я потом поищу, ребята. О, блин. Чего? Мертвый сталкер. Ну там прочитайте, да. Так, погодите. Ой, я с этим бегаю. Так, это что? С ним действовать. Смотреть голову. Смотреть торс. Смотреть руки. Задание скорее мертв.
Им жив? Спасибо. Так, а мне к атаману надо. Шли сюда. Калган так и не вернулся. Вот зараза! Вот... Спасибо, сталкер. Горькими вестями меня кормишь, но спасибо. Но ты не обессудь, сталкер. Я твой энтузиазм ценю, но сделанного тобой все еще мало. Да и на наш порог новая беда пришла, пока ты по болотам гонял. С ней ты и будешь разбираться. Был у нас тут проводник золотой, лучший из лучших. Водолазом звали. А некоторые, за то, что он из любой глуши вывести мог, его в шутку жополазом кличили. Короче, хороший парень был и проводник надежный. И что ж ты думаешь? Завалили его. Ну, пошкоды какие-то. Хрен его знает. Но без него жизнь станет тяжелей. Он все тайные тропки знал. Хорошо аномалии обходил. Бауш. У нас такие молодцы в дефиците. А их еще и валят, суки. Водолазы, видать, со спины порешали, загнали свинца в затылок. А потом еще и ухо отрезали. С этим не густо. Есть у меня пара-тройка человек, которые с ним не особо ладили. Как я уже сказал, торф, слива и хрыч типа? Меня первые в списке подозревают. А я брешь Калган. Пообщайся с ними по этому делу. Расспроси. Притворись ничего не знающим дурачком. Прикинься, будто тебе просто охота слухи пособирать. Ясно, понял, короче. Нам с тремя чуваками надо поговорить, да? Так, погодите, где тут выход? Что ж, ребятки, на этом тогда пока что давайте завершим, да, сегодня. Самое, я попробую выяснить насчет этого. И скорее всего тут дело в том, что каждому свой код выдают. Вот я думаю, так, дело в этом. И я поищу информацию, как получить этот промокод на... Потому что я не знаю, как вот его получить. Ну, если что, будем дальше играть без никаких этих приветственных бонусов. Вот, вам всем спасибо, кто будет смотреть. Как всегда, ставим лайки, дизлайки, это самое. Что вам там больше нравится, пишем комментарии, на стримах пишем чат. Вот, нравится, остаемся на канале, подписываемся. С вами был Некромаш и игра Сталкрафт. Мы как оказались в зоне и будем тут бегать. Вот, на этом все. Всем вам здоровечка, удачи и до новых встреч. Пока-пока.